За моей спиной одно из самых знаменитых мест Гаваны, которое называется Бар Флоридита, и Эль Флоридита, в котором очень любил столоваться и выпить свое, собственно, дайкири, известный кубинско-американский писатель Эрнест Хемингуэй. Он даже, в общем-то, так и говорил, что «My mojito in El Bodeguida», «My daiquiri in El Floridita». То есть он говорил, что «Мохито я пью в кабачке Бодегида дель Медиа», который мы сейчас тоже посетим, а «Дайкири», естественно, в Эль Флоридита. Это было одно из самых знаменитых мест Гаваны, но, во всяком случае, то, которое связано с непосредственной личностью Эрнеста Хемингуэя. Собственно, улица Обиспо, на которой когда-то несколько лет проживал, на этой улице Обиспо проживал, собственно, в гостинице «Ампас Мондос» проживал Эрнест Хемингуэй. И он каждый вечер, каждый день, непонятно в какое время, он выходил из своей гостиницы, пил мохито в... Димас. Пил мохито в Эль Бодегида, а потом он шел не спеша вот сюда, вот в Флоридиту, и здесь он пил свой дайкири. Ну, давайте зайдем, попробуем, как это здесь все устроено. Здесь, кстати, до сих пор целая куча туристов. Это достаточно дорогое место, и я бы не сказал, что это лучшее место Гаваны, где можно выпить дайкири. Конечно же, местные вам расскажут всякую хрень по этому поводу, но надо просто понимать, что ну, это вот такая просто историческая штука, достопримечательность. Там, кстати, есть памятник самому Эрнесту Хемингуэю, который сидит на любимом месте, там, где он любил сидеть, и потихонечку подтягивает свой дайкири, попивая этот дайкири, он наблюдал за посетителем. Пойдем. Что, нельзя? Да, на сиси. Столпотворение. Обычная история. Не будем мы сюда заходить. Делать нам нефиг. Это знаменитый музей Рома. Видите, Каса де Рона или Давао у вас. Здесь как бы некий такой музейный комплекс Рома, табака. В общем, честно сказать, это чисто туристические заведения, которые, конечно же, один раз в жизни стоит посетить, но чтобы постоянно их посещать, ну, я не знаю, наверное, уж слишком суетно и не передает всего того колорита, потому что кубинцев вы там не встретите, а встретите в основном только иностранцев. А иностранцы, как вы понимаете, народ не пуганный, не шуганный, и, в общем, мне кажется, что это не совсем хорошо. Пойдемте по знаменитой улице Обиспо, прогуляемся и посмотрим, где здесь гулял когда-то в то время Эрнест. Похожа на красивейшую женщину в лохмотье, потому что сегодня все, что здесь осталось еще с тех колониальных времен, приходит в постоянный какой-то упадок, все время что-то здесь рушится, исчезают целые здания, где-то даже кварталы. Здесь огромное количество туристов, и надо заметить, что вся вот эта туристическая метка старой Гаваны, ну, по меньшей мере, у меня лично вызывает ну, некое, если хотите, такое раздражение, хотя посетить эти места не хочу. Вот это вот одна из самых известных Гаваны, которая называется Обиспо. Улица Обиспо, несколько лет в гостинице «Ампас Мондос» проживал Эрнест Хемингуэй. Пойдем по знаменитым местам Гаваны, по тем, во всяком случае, по которым ходил Эрнест. Дима, как я понял, это для туристов. Конечно. Просто бутиковая Конечно. Улица пешеходная, да? Это не бутиковая улица. Здесь вас ждет на каждом шагу, вас ждет очередной какой-то туристический развод. То есть магазины здесь очень дорогие, сувениры здесь, в общем, тоже очень дорогие. Может быть, они интересны для тех, кто только-только здесь в Гаване оказался. Ну, как любое историческое и культурное такое вот место, ну, один раз по посещению рекомендую. Здесь целыми днями толкаются вот какие-то очень сомнительные личности, которые предлагают все что угодно. Сигары, марихуану, тоже предлагают типа коко, типа кокаина, тоже предлагают каких-то дешевых, типа и не очень дешевых девочек. Все что угодно. Все для туриста с единственной целью вытащить с вас деньги. Но, тем не менее, это действительно исторические места, и было бы глупо здесь не ходить и не посмотреть.
посередине. Пешеходный квартал. Потому что вот эта улица название имеет Эмпедраду. Эмпедрада имеет улица епископа. Здесь была, кстати, чуть дальше резиденция епископа Гаваны. И вот она получила название Эмпедрада. И вот показатель Бадегита или Кабачок посередине. Это такое замечательное место, которое тоже очень популярно среди туристов, особенно тем, что здесь делают очень интересный мохито. И надо сказать, что на стенах этого заведения посетители оставляют свои надписи. И вы знаете, я в прошлом году тоже кое-что оставил. Пойдемте, покажу, посмотрим, где это и как это. Здесь огромное количество народа. Неимоверно. В основном это все туристы. Туристы. Не самый далекий, они сюда приходят за 7 кубков выпить стакан мохито. Ну, я думаю, что это не уж идея. Второй этаж гораздо более интересный. Все стены, абсолютно все, исписаны. Фотографии всяческих известных персонажей, не очень известных. В этом месте в свое время была вот эта игра. Здесь был даже Уинстон Черчилль, здесь было, я не знаю, какого здесь только не было. Бастон Китон, Эва Гарн. Огромное количество всяких персонажей. Но здесь и мы были когда-то. Я сейчас зайдем, я вам покажу, где это все. Обратите внимание вот на эти надписи. Нет. Вот. Ну да. Это было в 2012 году. Русский след сердца. Про второй этаж, кстати, турист практически не знает. Все они как немножечко полоумные сидят внизу. Это, наверное, им как бы доставляет удовольствие определенное. Но я так полагаю, что чем меньше вот этого туриста-пакетника, тем лучше. А если его меньше, это значит, ну, не совсем, скажем, туристическое место. А это абсолютно туристическое место. Турист-пакетник? Турист-пакетник. Я потом расскажу, кто это. Пойдемте нафиг. 1942 год. В этом отеле остановился и живет американо-кубинский писатель Эрнест Хемингуэй. Именно здесь он, собственно, проживает самое последнее время. Самое интересное, что он тоже решил поучаствовать в так называемой войне, и для этого он обращается в американское посольство с просьбой разрешить ему организовать здесь просто шпионскую сеть. Обращаясь к послу, он попросил всего лишь обеспечить ему возможность финансирования его новой финансовой преступной синдикат, так называлась эта сеть. Самое интересное, что в эту преступную сеть входило порядка 25 человек. Там были два католических священника, официанты из его любимого ресторана, аристократ, испанский аристократ в изгнании, и какой-то вообще просто непонятный народ, проститутки, в общем, все что угодно. Самое поразительное, что посол Соединенных Штатов на Кубе дает ему разрешение и обеспечивает ему финансирование в размере $500 в месяц. Для этого закупается, у него уже была яхта, для этого закупается оружие, и его план очень прост. Он хочет рыбачить, ну, собственно, Эрнест Хемингуэй всегда обладал таким неуправляемым взрывным характером, и был не дурак, в общем-то, и выпить, подпустить стаканчик, как минимум. Самое смешное, что ему дают это финансирование, и буквально в 42-м году он выходит в море. Правда, местный житель, который называют Хемингуэя и Папа Хэм, они, в общем-то, его преступный синдикат, это официальное название в истории разведки, это, наверное, единственный случай такой организации, называют местный житель его вот эту организацию фабрикой проходимцев Папы Хэма. Ну, это действительно была очень странная организация. Самое интересное, что они действительно выходили в море, команда из 9 человек,
удили рыбу, потому что это была страсть Хемингуэя. Когда не было клёва, они просто-напросто стреляли по вылупленным в море бутылкам, каким-то деревяшкам. Выходя на берег, они устраивали шумные попойки в течение долгого-долгого времени. Ну и, в общем-то, в какой-то момент времени в плане Хемингуэя было сделать следующее. Американский флот, доставлявший транспорт, доставлявший всевозможные грузы в Европу, терпел всевозможные препятствия со стороны немецких подводных лодок. И папа Хэм хотел просто выловить. Он был убежден, что здесь остров кишит просто немецкими шпионами. Ну, его задача была очень простая. Он купил какую-то, ну, по сути, типа бомбу и рассказывал ведомству Эдгара Гувера о том, что когда всплывает подводная лодка, они открывают люк, они отбирают от кубинских рыбаков еду и воду. И когда она всплывает, то они просто кинут им в люк эту, собственно, бомбу самодельную. Ну и таким образом будут воевать. Выглядит бредово, вы не поверите, эта организация просуществовала более года. И только в 43-м году операция «Злюка» по имени любимого кота Эрнеста провалилась с треском, потому что они действительно принимали какие-то сигналы на своей рации, переговоры немецких подводников. Но так или иначе, через некоторое время стало ясно, что предубеждение о том, что остров кишит немецкими шпионами, оказалось, собственно, блефом чистой воды. Ну, в общем-то, это дало вот эти вылазки, вот эти вот попойки, вот эти выходки и все остальное с финансированием американцами преступного синдиката фабрики проходимцев дяди Хэма, дали в конце концов последнему возможность собрать богатейший материал. И последним смеялся именно дядя Хэм, потому что в 1954 году он написал свой самый знаменитый роман, который называется «Старик и море», и в конце концов он получил за него Нобелевскую премию. И все это происходило вот в этих замечательных местах.